там это... Скажите пару слов двух велосипедистов, которые преодолели путь Москва-Казань. Молодцы. Я переживал так за них, не спал ночами. Все думал, как они там, вот эти двое ребят, очень знакомых, близких мне, как они ночуют, что едят, натираются ли у них очко. И я жил в неведении всю эту неделю, и когда я приехал в Казань и наконец-то увидел их, я обнял и был так счастлив, так рад, что все, они живы, здоровы, счастливы, и, что самое удивительное, полны сил, жизнерадостные и готовы дальше ехать еще тысячи и тысячи километров.